О произошедшем взрыве жителям последнего подъезда 63-го дома сегодня напоминают лишь покореженные двери на лестничной площадке и запах гари. В самих квартирах уже несколько дней раздается звук работающих инструментов. Рабочие бригады ликвидируют последствия газового взрыва. В этом подъезде в результате взрыва пострадали две квартиры, были снесены 5 дверей и окна. В тот же день здесь были установлены входные железные двери в квартирах. Тогда наибольший ущерб понесла эта 64-я квартира. После происшествия городское руководство рассмотрело вопрос о восстановлении квартиры при содействии спонсоров. Они возвели кирпичную стену и вставили окна. Остальной ремонт пообещал сделать хозяин 63-й квартиры, в которой и произошел взрыв. Оказанной помощью доволен хозяин 64-й квартиры. Сегодня здесь идут заключительные работы, и скоро семья сможет вновь вернуться домой. Ребята вставили окна, восстановили балконы и установили двери. Работают понемногу. Обещают все сделать на этой неделе. Спасибо всем тем, кто нам помогает. По заверениям властей, существенных нарушений конструкции в результате взрыва дом не понес, поэтому жильцам подъезда ничего не угрожает. Ситуация держится под контролем. Данияр Худайбердянов, Марат Давлетов, Ербол Макашев, информационная служба телекомпании «Отрар».